Мы на выставке CPM-2019. Здравствуйте, Лидия. Расскажите, пожалуйста, про свой бизнес. Чем вы занимаетесь? Я руководитель компании «Лианым», белье на большую грудь. И мы проводим обучение брафитингу. Мы являемся компанией-дистрибьютором торговых марок «Panache Parfait» и, конечно, обучаем магазины. Но меня, наверное, больше знают не как Лидия Кацукевич, а как Лидию Хулигановну, так как я являюсь не только руководителем, но и блогером. Звездной Лидией Хулигановной. Скорее всего, так меня тут больше знают. Очень приятно, Лидия, с вами познакомиться. Расскажите, что такое брафитинг? Я так понимаю, это, скажем так, суперспособность подбирать белье, правильно? Ну, брафитинг в переводе обозначает бра, бюстгальтер, фитинг, подбор. Но это целая капля. Концепция подбора белья. Это не только правильные размеры, это, скорее всего, стилистический подход, потому что у всех женщин разный тип груди. И чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, мы и делаем, проводим такую услугу брафитинг. А вот мы можем на примере девушки, нашей прекрасной модели, показать, как правильно подобрать бюстгальтер. Расскажите, я буду держать микрофон, ага. А вы расскажите. Да. Ну, это наша модель, но она не совсем модель, когда-то она была нашей клиенткой, которая пришла в лифчике, который опускал ее грудь, который, ну, плохо сидел, пояс был широкий, и она попалась в мои руки. А на самом деле, чтобы правильно подобрать размер, нужно от объема под поясом отнять 8 сантиметров. И многие мне будут возражать. Но я только скажу, что это корсетное, это корректирующее белье, которое должно поддерживать грудь, которое должно поднимать форму, которое должно преподносить наши прелести на небывалую высоту. И девиз нашей компании – мы поднимаем не только грудь, но и настроение. Настроение у тебя поднялось после нас. И самооценку однозначно тоже. Так что, девушки, дорогие, обращайтесь. Мы подберем для вас самые лучшие бюстгальтеры, да, нижнее белье, которое будет не только радовать, но и украшать.